Всем привет, друзья! На связи Денис Терентьев, и в этом видео я хочу рассказать вам о человеке, которого считаю своим главным учителем в жизни, который дал мне больше всего, больше всех остальных знаний, книг и так далее. Если вы не знаете, то большую часть своей жизни я прохожу различные тренинги. Я прошел уже, наверное, 100 тысяч, миллион, 500 миллиардов всяких различных тренингов от никому неизвестных учителей до Тони Робинса и других. Не вживую, но, тем не менее, изучая их материалы. У многих вживую. Но основоположником того классного состояния, той стабильности жизни, той яркости и счастья жизни у меня является, безусловно, один человек. Это Алексей Трехлебов. Кто это такой? К сожалению, его очень незаслуженно, несправедливо очень мало кто знает. Он является, этот человек изучал всю жизнь, и сейчас он также это делает, ведическую тему. И когда я изучал различные системы, у меня были много вопросов касаемо религий, то этот человек с помощью фактов, не каких-то своих размышлений, а именно с помощью фактов, он является так же, как и я, исследователем, он раскрыл мне всю тему и все поставил на свои места. То есть у меня в жизни наступила в этом плане абсолютная определенность. То, что касается религии, веры и так далее, у меня было очень много вопросов, в том числе других основных, основополагающих жизненных задач. То есть, как он говорит, как он утверждает, человек должен ответить для себя на три основных вопроса. Кто такой я, зачем живу и для чего умираю? Если человек не отвечает на эти вопросы, соответственно, его жизнь бессмысленна. И с помощью вот тех знаний, которые он сам получал всю жизнь, он уже с самого детства читал не книгами, но библиотеками и даже поправлял в школе учителей. Они у него спрашивали, правильно я говорю Трехлебов или нет. То есть он всю жизнь изучает и до сих пор изучает эти знания. Таким образом он сформировал очень объективную картину этого мира. То есть о чем я у него узнал? В первую очередь о том, что существуют некие законы природы. Если исполнять данные законы природы, то такая вещь, как страдание, она начинает вас по какой-то причине миновать. То есть если человек страдает, он просто не соблюдает законы природы. Либо у него есть какие-то кармические долги, которые нужно, собственно, закрыть в этом воплощении. И после того, как я изучил все то, что он говорил, то у меня в жизни наступило абсолютно вот это явилось созданием мощнейшей платформы убеждений объективных в моей жизни, то, что позволило мне сейчас находиться именно там, где я нахожусь, и с полным ощущением полноты счастья бытия. Таким образом, если у вас есть вопросы, если вы потерялись в жизни, если вы не понимаете, что делать, если вы хотите навсегда избавиться от таких вещей, как депрессия, бессмысленность жизни, то я сделаю вам вот здесь снизу подборочку материалов, его лекций базовых. Посмотрите их, и тогда у вас, я надеюсь, так же, как и у меня, все станет на свои места. Еще раз повторю, его зовут Алексей Трехлебов, и все ссылки вы получите ниже под данным видео. Пишите свои комментарии, каких взглядов духовных вы придерживаетесь. Что вы думаете об этом человеке, если вы его знаете? Кто интересуется, занимается славянством, безусловно, знает этого человека. Вот такой вот интересной, полезной информацией я хотел сегодня с вами поделиться. Если она была вам полезной, ставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал и до нового интересного видео. Счастливо, пока!